В Запорожье стартовал 12-й международный фестиваль детского и юношеского творчества «Аккорды Хортицы». По традиции, открытие музыкального фестиваля состоялось на сцене областной филармонии. Там прошел концерт с участием известных музыкантов, членов жюри. Более 500 ребят приехали к нам для участия в фестивале. Начинающих музыкантов и их педагогов привлекает хорошая организация, представительное жюри и возможность сыграть с большим симфоническим оркестром, одна из основных номинаций. В этом году за право участвовать в ней был конкурс 5 человек. А еще у нас есть прекрасная традиция. Открывают фестиваль члены жюри, известные музыканты с мировым именем. Перш за все, сьогодні велике свято. Не кожен конкурс, на який приїжджає журі, має традицію добру відкривати концерт своїми виступами членів журі. Так що це дуже гарна традиція. Я тішусь, що я сьогодні тут, в цьому гарному місті. Я вже не перший раз в Запоріжжі. За 12-летнюю историю «Аккорды Хортицы» завоевали солидный международный престиж. К нам стремятся приехать сотни юных музыкантов из ближнего и дальнего зарубежья, так что звание «Международный» фестиваль носит по праву. В этом году, правда, принимаем соседей, участников из России, Белоруссии и со всей Украины. Школы солидные – Москва, Санкт-Петербург, Киев, Харьков, Львов. Впервые в Запорожье приехала представительная делегация западного региона. Представлены Львов большой делегацией, Тернополь, Ужгород. То есть вот это вот, как бы, предыдущие годы были единицы из западных областей. А теперь те дети, которые принимали участие как участники, теперь уже приезжают как педагоги и привозят своих учащихся. Члены жюри обещают быть справедливыми и великодушными. Председатель, известный пианист, профессор Киевского института музыки имени Глиера Евгений Ржанов говорит, что прежде всего будет оценивать индивидуальность юных участников. В конце концов, важна индивидуальность. Каждый же по-своему должен дать свою интерпретацию, свое ощущение, свое чувство. Вот это важно. Мне кажется, задача педагога – помочь молодому человеку найти свою индивидуальность. Уже в пятницу, 30 марта, состоится заключительный гала-концерт, где выступят лауреаты очередного фестиваля «Аккорды Хортицы».